Зураб. Женя. Здорово. Спасибо. Слушай, Жень, что ж ты барыгу нашего обидел, а? Ментом представился и на деньги развел. Нехорошо, некрасиво. Ребят, вы меня с кем-то путаете? Я вас вижу впервые. Врет, гад, а? Ты у кого сегодня 5 штук взял? Ты, сынок, ротик свой закрой, а то я тебя обижу. Слушай, да я за сынка тебе сейчас, знаешь, что... Ро-ро, спокойно. Евгений, ты, наверное, не понял, во что ты вляпался. Я пока с тобой нормально разговариваю. И хочу, чтобы ты отдал 5 штук, которые взял вот у этого юноши. Лысого. И не надо терепонькать бабушку. Будешь врать, разговор будет другой. Че ты лыбишься? И тогда ты нам уже не 5, а 10 штук отдашь. Да я же 20 отдам. Что я, жадный, что ли? Анжела, это Алиса. Это Артур. Мы тут приехали с вашим клипмейкером. На него тут наехали. Кто? Не знаю, кто. Во двор повели. За что? Не знаю, что. Шутил, руками размахивал. Ты, во-первых, успокойся. И дай там кому-нибудь трубочку. Я извиняюсь, мужчины. А кто у вас тут главный? Ой, а что мы хотели, красавица? У вас к телефону. Правда? Ой. Алло. Да. Кто? Кто? Конечно, знаю. Да, Зураб меня зовут. У Тагира, ну... А мы... Куда? Конечно. Что, никаких проблем? Извините. Нет, не надо звонить, пожалуйста. Да. Сейчас передам. Ваш телефон. Алло. Привет. Что с голосом? В горле пересохло. Да нет, все в порядке. Спасибо. Ладно, завтра позвоню. Пока. Ну, Жень, ну, что ж ты сразу не сказал, что друг такого уважаемого человека, еще и режиссер? Да ладно, все нормально. Только крысенка вашего уму-разуму поучите, а то болтлив больно. Из длинных сосудов обязательно надо на трубочек пить. Длинных. Чем длиннее, тем, значит, они помогают, в общем, рассасывать адреналин в крови. И целлюлит расщепляют. Так, внимание. Хай.